отработанная система. Проблема этого пистолета-пулемета — это именно патрон. Ау. Я подержу. Не, нормально, нормально. 9 на 21. Скажите, а в Турции 9 на 19 тоже запрещен гражданскому обороту? 9 на 21 и имеется два вида разрешения. На ношение и на владение. На владение. И отдельно надо получать отдельное разрешение. Но на гражданство никакой продажи занимается только с государственной организацией МКИ. Можно купить только через МКИ, который именно основной производитель и поставщик обороны промышленности. Но само оружие известно, то есть по лицензии производится некий ряд. А чем версия 3 отличается от предыдущей? А у этого прямая рукоятка. А, ну да, без эргономики. По-моему, здесь как бы, ну, первая версия. В Турции? Мне такой больше нравится. Ну, эргономика тоже. По лицензии, которая была передана МКЕ, основные базовые — это 4 модели. На базе этих 4 моделей было разработано именно турецкое. Скажите, а в Турции оно используется как полицейское оружие? Да. В каком калибре? 9 на 19. 9 на 19. Оно используется больше, чем в 30 странах мира, как полицейское оружие. Не, ну это имелось в виду, что именно калибры. Калибры 9 на 19. Я так понимаю, в Америке на гражданский рынок 9 на 21 не продается. И это в основном Европа. Ну, Европа, в смысле, наверное, Израиль, и это, Италия. Наверное, Италия, и мы. И все. А в Америке это 9 на 19. 9 на 19.